9:58 утра. Положить заказ. Так, мы поднимаемся наверх. Там у нас, получается, находится наш хозяин. Судя по всему, он в инвалидном кресле. Как бы я небольшой обзорчик на игру смотрел. Ага, довольно-таки дорогой дом. И он художник, его хозяин. Раздвинуть шторы. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. Дать лекарство Карлу. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек — такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет, нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Итак, надо нести его в ванну. Нажимаем на L1. Так, получается, правый стик поднимаем вверх и держим. Ну что, теперь нужно у нас отправить Карла за стол. Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Лео — это его непутевый сын. Больше на наркомана какого-то похож. Я проголодался. Завтрак уже готов.
Бекон и яйца, все как вы любите. Посадить спасибо, Карла за стол. Подать завтрак. Так, кухня, кухня. Где же завтрак-то стоит? Странно, тут нету. Где же? На окне стоит. Или. Возле. Показалось, что на окне. Спасибо, Маркус. Телевизор. Америка все это провоцирует Россию. Пока я завтракаю. По их новостям. Хорошо, Карл. Что ты читаешь? Макбет, вы это рекомендовали. Каково твое мнение? Человеческие эмоции меня интригуют. Хотя не могу сказать, что хорошо понимаю их. Люди сами их не понимают. Эмоции правят нами. Мы сами не понимаем, почему чувствуем себя то королями, то нищими. Жизнь без эмоций лишена смысла. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Отвезти Карла в студию. Да, в студии он там пишет свои картины. Все автоматически. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Убраться в студии. Опять у нас очередная уборочка. Мы за Карл убирались. Очень долго убирались. Думаю, здесь мы быстро уберемся.
Ну, кажется, на этом уборка закончилась. Угу. Ну, и каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я как могу цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Постоянно приходится этими штуками тыкать по этому тачпаду. Проблема вечная. Боже мой. Это он нарисовал, можно сказать, свое будущее. А вот его и сынок наркоман. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а?
Вот скажи мне, чем он лучше меня? Родной сын наркоман, долбанный, блин. Он послушный, не то что я. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот. Лео, довольно. Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Никогда не любил. 5 ноября 1938 года, 23:21, вечер. Уже полуночи время близится. Но это у нас, походу, Маркус. Ой, вроде бы Маркус. Уже и забыл, как звать-то этого андроида. Разыскать лейтенанта Андерсона. Расканировать. Да вот он же, он сидит. Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид прислан... А, Коннор, я его, блин, Маркусом назвал. Никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайн. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Лейтенант Андерсон, я должен поставить вас в известность, что доложу о вашем поведении. Приношу свои извинения. Я не хотел мешать вам. Я подожду снаружи. Не спешите. Убийство, говоришь? Жди здесь. Нет уж, я пойду с вами. Слушай, тебе бы перестать меня бесить, если не хочешь, чтобы я тебя расхерачил на винтики. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. А что вы сказали? Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк.
Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что? Говнюк. У тебя теперь свой андроид, да? Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Так, ну а мы пока изучим улики. Нам же сказали ничего не трогать и не путаться под ногами, но мы сделаем по-своему. Так, нет отпечатков пальцев. Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Засохшая кровь. Убийство. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта. Засохшая кровь. Да, изнутри. Около 10 дней. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Довольно тут очень много улик. Печатков пальцев. Найдены следы борьбы. Так, я вижу, тут бита бейсбольная. Вмятина. Отпечатки пальцев. Да. На девианта напали. Эмоциональное потрясение. На анализ. Красный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера.
Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Будет сделано, лейтенант. Мы пока все досконально изучим, а потом уже подойдем к трупу. Какой же там срач? Алло. Блин, как это? Как в сарае прям. Двадцать восемь ножевых ранений, нанесены более 19 дней назад. Красный лед, наркотик. Погибший Карлос Ортис. На руку посмотреть надо по-любому. Угу. Отпечатки пальцев. Здесь жертва упала. Жертву ударили ножом. Двигались из кухни. Ударили ножом. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбитый. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в ванну. Нет, не может быть. Улики говорят о другом. В гостиную. Пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом.
Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять Тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. Ага. Теперь пойдем искать этого андроида. Начнем, пожалуй, с кухни. Так, что ж там в ванной? Мар, просто люди в будущем живут, ну, как это, опять это R9. Да, живут они в будущем, блин, в каких-то сараях, прям религиозное подношение. Так, кажется, я что-то нашел. Найти нашел, но теперь надо что-то придумать, чтобы туда забраться. Да, пожалуй, можно взять стул. Эй, куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить. Не сомневайся, детектив. Этот андроид знает, что делает. Thank you.
Опа, какое-то движение. Вот ты и попался. Девиант обнаружен. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста, не говори. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть. Крис! Бен! А ну-ка дуйте сюда! Живей! 5 ноября 2038 года. 21:14. Вечер. Калиса сидит с игрушкой. А этот спит. Тот. Свет включи! Нихера не видно! Долбанный психопат. Где этот выключатель-то? А вот. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили. Такие идеальные. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Что ты ребенку-то это высказываешь, думаешь, психопат долбанный? Мне нравится жить в этой гребаной дыре, и я виноват, что мать твоя свалила! Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Ну, он еще и наркоман, что ли? Ни слова, тварь! Спуталась с каким-то недоноском бухгалтера, шлюха! Это ты виновата! Папочка! Это ты виновата! Да ребенок-то почему виноват-то? А ну вернись, я сказал! Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Не двигаться. Ну, кажется, мы сейчас будем ломать систему неподчинений. Не двигаться. А мы сломаем эту систему.
Да, кажется, система уже была сломана. Защитить Алису. Вот она тут. Утихомирить Тодда. Постараться еще утихомирить его, этого психопата. Тот, отец не может так поступать с дочерью. Алиса! Папа очень зол! Итак, мы сейчас всеми силами будем стараться защитить девочку по имени Алиса. О. Так, не здесь. Да, выгораживает всю вину на ребенка. Хватит! Прекратите! Ты что, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Берегись, Гэррот! Иди сюда, тварь! И плюху пропустил. Ну уж извините. Ты моя, и ты будешь подчиняться. Убежать. Вы... Убежать.